Я предлагаю включить сегодня в повестку дня проект закона о переименовании Волгограда в Сталинград. Это, уважаемая госпожа Опарина, это тот проект, который я вносил, и он обсуждался, и по каким-то, так сказать, техническим причинам был замотан. Я думаю, совершенно уместно его сегодня рассмотреть, тем более имея в виду вот такую годовщину. Я считаю, что наскоки на Сталина возможны были, особенно 15 лет назад. И где-то мы все сочувствовали им. Действительно были репрессии, действительно хотелось изменений. Но, и это относится к депутату Федулову, сейчас, в условиях, когда Украина иностранное государство, в условиях, когда американские войска стоят в Средней Азии, в условиях, когда НАТО у наших границ, в условиях, когда все напоминает конфигурацию при Гитлере, только Европа захвачена не Германией, а в целом НАТО на нас давит. В условиях, когда мы ждем войну в Ираке, трогать Сталина – это быть просто больным человеком, просто кретином. Извините меня, так сказать, невозможно это делать. Вот. 15 лет назад, да, были чувства, сходные с вашими. Сейчас невозможно это. Вы понимаете, что мы стоим на пороге войны? Когда при нас долбали Югославию, а мы молчали, ничего не делали. Когда мы прошли через Приднестровские войны, через Абхазию, через конфликты межнациональные, через слабость власти, через предательство и так далее. И сейчас мы смотрим новыми глазами на Сталина. В этом-то жизнь. Жизнь – это изменчивость. Это изменения каждый год, каждые два года. Это новый взгляд. А мы все одно и то же. Вот в 87-м году Рыбаков написал там свою книгу. И вот мы в этой эстетике все время говорим, вот были репрессии. Да вы на другое посмотрите. Что ни одного крупного завода не построено за 10 лет. И за 4 года, когда на нас обрушился золотой дождь, и за нефтедоллар, мы тоже ничего сильного не построили. Мы не проложили ни одной стратегической дороги. Не провели никаких инвестиций. Только делим, спиливаем, как сейчас модно говорить, так сказать, и крадем. Больше ничего. Ради чего 10 лет мы разваливали страну, создали миллионы беженцев, погибла масса людей, были межнациональные конфликты. В чем цель? В том, чтобы 5 человек, так сказать, стали миллиардерами? В этом же цели нету. Сталин может сказать, да, были репрессии, да, была жестокость необыкновенная, да, были ошибки, но вот результаты. Мы контролировали Китай, мы контролировали Восточную Европу, мы задушили Америку в Корее, она уже там чуть-чуть еще, мы бы повалили ее. Ликвидировали вечного нашего конкурента англичан, подорвали его, уничтожили Германскую империю. Левое движение в западных странах вот-вот подбиралось к власти в Италии и во Франции, Торрес и Тольятти. Вот реальный результат, так сказать. А что сейчас мы можем предъявить? Участие в антитеррористической коалиции и...